А пока не впервые пройдет межрегиональный туристический форум «Енисейская Сибирь». Там соберутся предприниматели, чтобы учиться делать на путешествиях успешный бизнес в Хакасии, Туве, Красноярском крае и Кемерове. Чем еще полезен форум, расскажет министр культуры республики Леонид Еремин. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем же будет полезен этот форум для Хакасии, его преимущества? Тема развития туризма – это, прежде всего, свежие интересные идеи, это кадры и уже потом инвестиции. Поэтому форум, конечно же, Республика Хакасия будет полезен тем, что у нас пройдет своего рода такой парад идей интересных многих регионов, не только Хакасии. У нас будут обсуждаться вопросы, которые улучшат качество работы людей, задействованных в сфере туризма. Ну и, конечно же, будут налажены экономические взаимоотношения между основными и вспомогательными, скажем так, игроками туристского рынка. А для Хакасии, то есть для правительства, какой вот эффект ждут чиновники? Мы выступили с инициативой разработки межрегиональной концепции развития туризма Южной Сибири. Даже попробуем презентовать идею, выраженную в названии «Великое Санно-Алтайское кольцо», маршрут магистральный, в котором задействовано 6 регионов. И правительство, конечно же, ждет от форума того, что будут созданы полноценные условия для у нас такой консолидированной работы наших партнеров Красноярского края, Тувы, Алтая, Алтайского края, Кузбасса и, собственно говоря, Хакасии. А для туриста это, как сказать, конечный потребитель. Что для него этот форум значит? Напрямую форум – это и выставки, это и возможность участия в пределах дискуссионных площадок, это возможность сформировать для себя информационный комфорт, потому что туристские информационные центры не только хакасские, но и сибирских регионов будут там работать. Опосредованно, если форум приведет к реализации, он обязательно приведет к реализации тех или иных проектов, которые мы будем обсуждать и которые будем презентовать, то это тут же отразится на наших туристах тем, что Хакасия станет еще более удобной, комфортной и интересной для них самих. Ну а можно немного подробностей, то есть какие выставки, что можно там вот в реале прийти и увидеть? У нас планируется выставка сувенирной продукции, причем практически любой может прийти, собственно говоря, и посмотреть. Сувенирка будет не только хакасская, а практически всех территорий, которые будут задействованы в форуме. Ну, прежде всего, это Красноярский край, Тува и, собственно, Хакасия. Это площадки, ориентированные на гастрономический туризм. Это возможность общения, опять же, с лучшими на сегодняшний день экспертами в сфере туризма в рамках брендирования, значит, обсуждения вопросов, связанных с продвижением туристской продукции. То есть, если человеку интересен туризм не только с точки зрения изучения достопримечательности, а как таковой, форум для этого идеальная площадка. А что помимо выставок вот еще для туриста? Это у нас новые туристические маршруты это будут? Да, или что у нас предполагается, значит, и презентация того, что есть на сегодняшний день в виде туристского потенциала. Вот все то, что имеется, наши турфирмы представят. И презентация того, что ожидает нас в ближайшем будущем. Именно это презентация уже практически готовой концепции развития туризма Республики Хакасия, презентация нашего туристского потенциала, опять же, через ту часть, о которой я упоминал, касающаяся Великого Санно-Алтайского кольца. Ну и, конечно же, это возможность участия в огромном количестве мастер-классов. То есть там программа очень богатая, я думаю, получите удовольствие и полностью всю потребность в информации будет удовлетворена у вас. Спасибо большое. Я уверена, что будет интересно и нужно приходите, обязательно будем туда рады сходить. Напомним, в студии был министр культуры Хакасии Леонид Еремин. Рассказывал про межрегиональный туристический форум. Он пройдет в Главном музее Республики в Абакане 2 и 3 октября.